Блять, я так не хотел делать вообще ренегатом. Я не знаю, как в Альянсе можно играть, это же пиздец. Я там, блядь, ни один рейд никогда не соберу. Адекватный. В Орде, блядь, можно и хоть 10 собрать. Это же не натуральный лич, где там человек имбовая раса, и все за него играют. Типа и все за Альянсы, топы. Полишка за Сумань. Горожан, ебать. Сколько лет, сколько зим. Так, смотрим шипешку. Бля, знаешь что? Я забыл тактику на Дилана. Афикабус. Как тебе этот... шипешка? Осени. Чисто как ты этот кастер. Я потому что особо не шарю. Замелька-то могу. Где этот фердишип? Как так смотри? Нахер ты 10 купил? Я не купил, у меня было. А, спасибо. Ведь что дашь там кому-то нибудь? У нас второй был один, кто танк будет, да? У нас, смотри, у нас... Тут, короче, блять, в одного танка. Ну, второй был один, вот, я хулипал, а второй был один танк, да? Да, ну, у нас, смотри, вот, кот... Нет, он ретрик со спеком прота. У нас, короче, эрдру есть, и, короче, и хэпал есть, и... Я к тому, что я кулаки кресты, наверное, да? Так, вы сделали ренегата, Литл? Сделал уже, не? Да, лечу сдавать квест. Ага, все. А, ебать, у меня забагался, я думаю, все 229-й нахуй. Тут, в принципе, все почти АФК боссы, реально. Я только не знаю тактику на рарников и на шахматы. Рарники это кто? Летучая мышь, паук. Какие пауки? И... О чем? Тут есть дополнительные редкие боссы. Они вот вон там вот. Вот этих стойлах иногда редкие боссы типа спавнятся. Первый такой совершенно ладно. Серьезно? Сейчас даже линканул. Подожди. БК, о, Каражан. Мини-боссы в подвале. А что за претендент? Блять, мне какую-то ачивку дали, то, что я перезашел. Прикол. Еще раз перезайди, гладиатора дадут. Не, я в топ 100 не заходил. В этом сезоне можно спокойно, кстати. Там. Только я дебил осколки не нафармил. В этом сезоне... Ну, скиньте ДС пока. Тихом, который... Бля, нахуя тут квестов это делать? Цепочка большая. Какая? Ты, какая у тебя цепочка? Где? Ну, сейчас работа мясника у меня. Это самая легкая цепочка. Слышишь, Фейп, у тебя же был кастер? Вот как тебе ШП? Адекватно где-то? Или он... Я не знаю, я не играл на ШП. Сейчас посмотрим. Честно, вот я не ебал. Ротом такой. Не, раньше ШП жесткие очень были, когда Т4 не ебал. Я бы даже сказал, он лучше меня, дед. А зачем у него этот проникающий нахуй? А, это... Либо вы... Он... Ну смотри, тут у тебя есть выбор, либо выносливость брать, либо проникающую способность. Он выбрал проникающую способность. Получается. Ну самое главное 5к плюс и все. Больше там ничего не должно ебать. 5к не получится. Смотрим мага, посмотрим нахуй какой он там. Ну бля, у меня, ну без бафов сейчас 31 тысяча хп всего лишь. Пойдет, как оптанк, типа с головой.
Да, у нас есть. У нас, короче, Стардру, он может из кота в этот. Блять, у нас есть с тобой Пирекс, который БДК. Я есть знаю. Ретрик со спеком Прота, Литл, есть еще этот... Я знаю, блядь, я знаю то, что... Кидайте Литл, хватит. Я знаю то, что у нас за хуя что есть. Литл, все? Сделал? Да, сейчас у меня перезаходит в игру. Да, вот лучше мага этого пригласите. Надо проверить его. Вставь, шкаф, я сейчас эту дуру присуманю. Подождите. Тролиха, ёпт. У меня еще ласло остался, да? У меня один. Шаман делает этот, я так понимаю. А че по шаману? Бля, надеюсь, это не дотка, нахуй. Второй, в смысле. А то это ел. Это полный отбор. Олюшка, а что это за дон? Чего? Что это за дон? Какой? Ну вот это то, что ты сейчас, блядь, хуйню какую-то нажимаешь. Вим. Ищем Маршаму, ребята. Чё тут шам? О, народ, я отойду пока на минут 7-8 в магаз гоняю. Пивка купи. Вот ты молодец. За этим побегу. Эй, нам бухие в рейде не нужны. А була номер 2. Так, надо Ршаму искать, давай еще Ршаму. Кстати, а вот эти телепорты нахуй. Не пизди, гудлик. Поезд. Ршаму? Ага. О, давай мне можешь, этого. Можешь, давай я ассист Ршама 227 уберу. О. 227 и 222 Ршам есть. Да, да. Ну, бери, ладно. И такая дотка, нахуй. Страх, нахуй. Бобис. Сейчас посмотрим. Пирекс, заходи давай. Кинь дискорд, слышь, пока. Надо сначала мага бы, блядь, проверить. Вдруг он там, блядь, в хило сшмоте. Скиньте ее, ДС пока. А сейчас этот Литов там бухает. Он еще Таура. Пирекс, ты тут? Да-да. Заходи. Захожу. Блядь, я ребутнул комп, у меня все настройки вообще слетели. Все макросы мои, все. Ушло куда-то. Но ты не варте. Кстати, Шам должен сильный быть из-за термолов. Три кнопочки поставить. А, слышь, я его только что убивал тут пару раз. Ебать, у меня 20 макс, которые я использую. Слушай, пацан, походу, как и я, блядь, с Этернал с пугами пошел, блядь, и пойду точно так же, блядь. Вот прокачай вара, вот правда. Ты вот поймешь, что такое тяжесть. Кому ты говоришь? Да киньте дис уже в рейд кто-нибудь. У меня 58 кнопок, чтобы вы понимали. И то у меня не все. Блять, мне Полюшка открыл инвентарь, мне показалось, что у него волонир там, блядь. Поле, скинь дис в рейд. Сейчас. И какой нахрен волонир? Где ты тут волонир увидел, скажи мне? Кстати, вот Эршам нормально заряжены? Да. Да, хорошо. Его еще алгалону в 25. Давай сейчас. Пригласить людей. Кидайте сум. Сейчас дам. Рейд. Рда, да? Он Розу попросит, может, еще перекинет. Да я могу перекинуть. А. Я могу, чтобы понимали, вас всех забанить тут. Хотя статик мой, бля, по идее. Извините. Админа не наебешь. Я все, успокойся, придурок. Это не я, кстати, сделал. Клянусь. Приз зашел. Так, давайте что-то так. Блять, надо бы желательно в 4-й статик зайти, чтобы колонны не мешали.
А, ну перекинь, перекинь всех четвертый. Там еще мид какой-то зашел, наверное, тоже. А. Вот это прыгнул. Покидай всех в четвертый статик, перенеси. Да, блядь, ты что-то понимал, это не так легко. Блядь, взял, зажал. Знаешь, такой зажимаешь иконку персонажа. Я знаю, я, вот видишь, я это все делаю сейчас. Миды перекидывают, то все. А Пирекс нахуй, что? Придурочный. Вон как, какой-то мид еще там зашел, вот его тоже притащишь. Чекните нахуй, камага этого ебаного нету. Да у нас все равно сейчас литл и старый дру на 5 минут отошли. Так, надо мага этого посмотрите. Так, маг на месте, я сумоньте его. Да он не принимает. Сейчас, пока этих двоих нету, пока это. Начнем трэш потихоньку бить. Так, смотрим. Кстати, он фаер, что ли? Так, он аркан. Да, без шеи с островом, конечно. Киньте еще раз. Не фармил парень. Маг зайдет. Не, ну, а, не, кольцо он все нафармил. Не, ну так, плюс-минус сойдет. Нормально. Еще и без чаруки. А, нет. А нахуй ему дух? Или это просто... Вот скажи мне, а мне нафиг дух? За неимением лучшего, как говорится. Лучше тупо нету сейчас ничего. Поэтому дух берут. Шаман. У меня вон тоже башка с духом, блядь, пояс с духом. Чё, кольцо с духом. Бля, посох с духом. Где, кстати, тут смотреть кольца, которые даются тут за репу? Чего? Кольца, которые за репу. Смотреть их за квест. А, это на входе. Это на входе. Это, и то это квест, как, короче, с этим пепельным союзом. Да, понял. Алло, Бобис. Бобис. Да. А, ну, надеюсь, хоть эти пуги хоть чуть-чуть знают тактику, чтобы сильно не пришлось дрочиться. Ну, давай пойдем потихоньку, пока трэш чистит. Да, 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 пошли потихоньку, не бить по какому-нибудь по миллиону хп. Пирекс, ты на месте? Спекнулся? ПВПшер наш. Еще минуту. Каску ебаните. А, старый дыру, во. Сейчас. Литл потом ебанем. Чё, все, погнали. В ретрике или в протике? Кто? Литл, ты в ретрике пока. Хотя нет, давай в протике, на трэше лучше в протике. Макс зашел в дис? Давайте, кто в дисе, минус нажимайте. Мак, сейчас. А тут нет такого. Я готовность провожу, минус нажимайте, кто в дисе. Ну, пояс, туникум, ладно. Да погоди, блядь, я тут маг. Старый друг, понятно. Ну, мака пока что, ладно, погнали без него пока что. Ладно, похуй. Много не агри только, слышь? Потому что я сейчас чисто душу пососал. Охуенно у меня зафризило, блядь. Антифирок тотем поставьте. Шаман. Я забыл то, что они тут фиряют. Раз-раз, как слышно, ребят? Нормально. Нормально. Алло, ты кто? Я маг.
Отлично. Столик дашь потом? Да, без базару. Ты тут был хоть раз? Ребят, да, такое дело. Одна просьба, может быть, покурить пару минуточку, и ну, другой разговор. У нас все равно еще некоторые люди покажут, иди кури. Послушайте, секундочку, я очень долго играл на циркле, первый раз у вас на Сирусе, поэтому в Каражане я не был. А, ну тактику я тебе объясню, я объяснять буду, не беспокойся. Все, хорошо, тогда я курю пару минут. Или поезд, давай ты рыль, блядь. Ну, да тут кабос ебать. Ох, вероль. Тут проще намного, чем в этом. Кайфово тоже просто. Ты давай, блядь. 200 да, DPS. Я 10 осколков хотя бы дофармлю. 200 DPS, наверное. Это учитывая то, что я сосалкой души на первого уровня бью. Чтобы ты понимал, блядь. Отлично. Добычу сразу ответственную. А, да, да. Я вот помню 4Т4 и тут сразу нахуй все отлетало. Вот этот весь трэш нахуй, один фурик может заливать. Ладно, я стрим выключу. Вот не могли они трэш меньше сделать? КПМ хотя бы меньше. Да ладно, что там? Да на экстриме. Вот, ух, сейчас на... больно будет, ребят. Я Дмитрию помогу. Он поезд стал ешет. Больно, ребят, мне больно. Но у меня рассекающий есть. Видишь, то, что рага... Регента не сильно больше большой. Сильно ты на полу ешь. А чё тут антифер не работает? Да я не помню это. По-моему, должен работать. В эфире просто бегает. Понял, действительно, на пальце. На кого там ты? Че? Да? Что? У нас есть что, 3 танка? 5 хилов есть. Я сейчас вам не припасапал. Блять, реально трэш очень толстый. Кажется, блять, мы на трэше больше будем сидеть, чем на боссе. Ну, ты всегда на трэше дольше сидишь, чем на этом. На боссах. Здесь литлу очень много респекта надо будет. Мы же еще параллельно квесты выполнять будем на этот книгу Медива. Поняли? Все хуйня, где квесты взять? На входе. Блять. Ну. Блять. Че вы бегаете? Ай, шифтануть же можно. Че вы хуйней занимаетесь? Добейте трэш. И потом возьмем квест. Реально. Нет, так как же шарнуть можно? Надо бы добить как. Я ебал эти фиры. Понял, кого делали за квест на Медива, нет? Ой, я же этот. Сразу обчекиваюсь, здесь эти фиолетовые шмотки с них падают. Прийти, Мак, есть. Дай столик, чтобы ману резать. Ой, я отличил эту хуйню. Интерфейс.
Мак курит, а не мак на мысли. Пойдем пока дальше потихоньку. Ну, погнали дальше. Ну, сейчас квесты люди возьмут, пойдем дальше. Там, если кто-то шарит, то расшарьте, если шарится. Взял кто-то? Только дневник, да? Да, там только дневник. Ну все, ебать. Че, я попробую расшарить чай, это лопнется. Че, шарится? Шарится? Ну, мне расшарилось. Ну, все зашибись. Ну, если вы вдруг никого не найдете за полтора, я зайду в шаман. Мы уже нашли, брат. Мы уже на шестом боссе. Все, красава. На дай. Каком вы боссе, блядь? На 20-м, брат. Ух, ебать, так убить. Да нет, ну пока нормально все идет. Вроде бы. Полюшка, блядь, включи стрим, что ты, блядь? Ай, Лид, сгоди, каникули. Ну чё, я агрю? Да, пошел. Киньте каску. Да забей, ты сейчас... Так, типа... мы, блядь, у меня, блядь, этот трэш. Так, блядь, больше дэмэжа будет, мы быстрее его зальем. Да можешь, что ты двоих этих взял? Возьми там чуть побольше, вон следующий пак пойдет. Ну, больше, когда... Где рекаунт еще, блядь? Тут кара не этот... По ДПС не померишь. Ой, ты бы вообще молчал, блядь. Ну? Все, крутим БША, БР1 ДПС вырываемся. Как лучше изич. Блять, пиздец, здесь есть так. Я удивлен, Рога на первом месте, патрон. Ну а чё там, в принципе, чё бы ему на первом месте не быть? Ну, потому что у него, блядь, только череда и все. И размашистые удары, которые работают с чередой. Там дамаг хороший. Размашистые. Я не помню. 30 секунд. Удары они как-то называются. Либо еще как-то, я не помню. Вейп, как там называется скилл, который АВЕшка бьется? Кивер клинков. Не, а помимо. Череда. А помимо. Шквал клинков. О, шквал клинков, точно. Там 2 минуты у него КД. Какая херня. Шквал это говно, блядь. Главное, чтобы они починили этот баг. Для Полюшка, если ты на смотрителе не будешь на первом месте, я буду тебя обсирать до конца, блядь. Контент, ты меня на испытании крестоносца не передамажил в прошлые разы, и тут что-то выпендрил. Так, потому что я проклятие стихии кидал. Да, не, ни хера. Проклятие стихии последние. Слушай, я когда Рока кидал, я тебя бил. Последний... Так мы, алло, мы били босса, который дает сало, блядь, и станет. Ну, и бегать блин, надо. Мне тоже стан дает. Я не видел, чтобы ты на Алгалоне больше дал. Ну, на Алгалоне я на втором месте, ты на первом был, ладно. Тебя не было на втором, ты умирал постоянно. На последнем драйве я на втором месте, ты на первом. Плюс на смотрителе, я думаю, первое место у мага будет. Сейчас ляму. Бля, у Анубарака 12. Сколько у Мауча там? Бля, кто тут он? Ой, бля, больно. Там, да, бись. Там 18, блин. И Мауча. Ну, он так больно и дамажит. Если все тактику знают, то... Да, проблема. Это... Да, там тактика сама по себе подставит. Ой, бля. Да, я уверен, там будут, типа, умирать. Ну... Первый раз те, кто могут умирать, вот маг, например. Да,
сделать, самое главное, чердж босса не сделать. Да, пожалуйста, без этой фигни. А то я хотел бы к 10:30 закрыть. Сальва. Я нахрен сальва. Врезнулся, побежал, все равно сейчас фул ребаф делать будем. Ебать, охуеть. Все. Там вроде еще... вот ту комнату, куда надо еще. Кто покупал эти самые, сука, зелья на танках? Я. Потом скинешь. Да тебе она сейчас литл не особо надо. Ты танк только на трэше. В остальном ты рэд. А, окей. Алло, ребят. А. Возьмите в гильде меня сразу, а. То я недавно, меня кикнули с одной. Там не потерял я вот язык с URL, а как-то без гильдии уже не могу, привык. Ну, кто у нас тут? Фейп, возьми гильдию, чувака. Я, конечно, не часто играю, но... Это ж статик вообще гильдейский. Если хочешь, можешь магом к нам в статику вступить, Вася. Если не сбьете, я с удовольствием. Но, к сожалению, там график, все дела, не всегда получается просто. Ну, уточнять потом, когда можно. Так, вот этот конь, это не моб. Его не бьем, ребят. Так, починка здесь открылась, нет? А, есть, починка. Не могу не похвалиться, я завтра в отпуск ухожу. А тебе сколько? 29. У меня в августе будет во второй половине. А по волосу сколько? 10? Идите вы нахуй, я, блядь, 19 лет работаю, за все время, блядь, был только раз в отпуске на 5 дней. Ну, значит, и работа хорошая. Работаешь, наверное, на себя. Да, если бы. Так, ладно, ребят, я отключаю микрофон, чтобы не мешать вам просто. Так, пару вопросов задал, и все. Так, дочистили? Да, вроде да. Ну, сразу починитесь тогда там. А там нельзя. Там нужно репу качать, трэш заливать. А, ну да. Потом ты должен... Ну что, мне респекаться? Да, в ретрика спекайся. Да. Так, РЧ на присутствие. Кто тут находится? Все тут, все. Делаем бафы. Кастку. Так, я на хп. Дайте порой каску. Каску дайте, ребят. Рыбка стоит. Все, рыбу, каску дайте. Каску не дайте, а литл дай. Литл не дает. Сейчас, подождите, дайте респектнуться, ребят. Вы... Ну, разбирайтесь, кто у вас что бафает. Я кулаки с крестами даю. А то будет этот весь рейд спам. Каску дайте. Праведное только выключение, естественно. Поезд, ты там тактику рассказывай, а то вот люди новенькие есть. А сейчас. Ты попроси мага столик поставить, чтобы ману жрал. Столик ставили. А то ты так ману резать будешь 5000 лет. Вон, возьми 80 штрудель литл. Или он АФК вообще. Что, столик?
Да, я тут первый раз, тем более первый раз танкую. Поставьте метку, где мне держать его. Иди вон маны возьми, Литл, чтоб ты не стоял просто так, ману дорезать побыстрее, если ты это пьешь штруделем. Понятно. Короче, место вот, я рассказываю тактику. Стоим в черепе, причем все. Ты разворачиваешь нам спиной. Все, то есть я вот не помню, сколько там перифаза будет. Там будет перифаза. Никто не бьет, 5 секунд. Ты набираешь агро и также ставишь. И там будет иногда конь, короче, этот... бежать и будет дэмэдж наносить. Там, ну, хилы должны прохилить. Никто ничего не диспелит. В принципе, все. Вся тактика. Гера можно спувать. Когда... Короче, все стоим в черепе, танк крестики держит. Да, все стоим. Бьют спину. Вот все. Это приста баф, по-хорошему бы еще. Литл, давай. Да еще нет ни у кого, я так понимаю, каски. Че говоришь? Да, Лидл сейчас раздаст. Все, успокойтесь, сейчас все дадут. Так а мне кто-то дал каску? Кто там, блядь? Сам Господь Бог, наверное, спустился и дал, блядь. Лидл, брат, касочку, пожалуйста. Спасибо, брат. Я, конечно, без палипауэра раньше бафал, никаких претензий не было. Никто никогда не говорил, типа, дайте каску, хуяску. Тут мне, блядь, ГРП всупил, говорят, блядь, палипауэр ставь или все, или кик, типа. Лидл, закинь, я тоже каску, у меня стал прыгать. Я просто, у меня стоял палипауэр, но я... Основа сделалась у меня сейчас лог, поэтому я его удалил. РЧ на баф. Касочку, брат. Хороший, блядь, я весь рейд это слушать буду. И магу касочку. И роги бы не помешало. Полог, вот все, отлично. Че, все готовы, да, по бафам? У меня еще каски пока нету. Он появился. Теперь готов. Ты по паладинам прото... А, ты же все, ты в ретрике. Тогда дай по паладинам этот... Мне хотя бы крест, да, я себе каску. РЧ на готовность. Да, так я себя крестом бафну. Все готовы, можете пить зельки свои, ну, в смысле, настоя. У тебя ДБМ пул есть? У меня нету. У меня тоже. У кого есть ДБМ пул? Да хуя вам ДБМ пул, сказал 1, 2, 3, все. Так воет, баф не кулак. Все сразу на пол, чуть ближе к нам. Только не ебом разверни. Все, Гера. Гера была уже. Все сдали. По-моему, надо ловчего бить, насколько я помню. Нет, ты чё? Это не Гер. Чего у меня миссы идут? Я не понимаю. Это вообще-то босс, это босс такой, видишь. Тут и... А, тут аура, что у него, да? Это босс такой. Поставь там, блядь, наверное, на броню ауру или хуй знает. Потому что нахуя вот эта вторая стоит. И никто не диспелит, если там можно будет что-то диспелить. Сразу скажу. Литл. АФК босс. Блин, я вот не помню, через сколько... Через некоторое время, короче, сейчас он сядет на коня, никто не бьет вообще. 5 секунд и снова бьем. Сары Друа опять крита есть? Что-то... А, есть. Или на фул придется. Походу на фул, да. Короче, вроде там 70% промахов.
Все, не бьем 5 секунд. Все, не бьем. 5 секунд на пулевой. На пулевой. На себя агро бери. Никто не бьет, блядь. Все, бьем. Все, тут можете густить, все, тут, блядь, автокабос. Будет иногда врываться. Вот так вот такую хуйню делать. Все, бьем. Ты лут поменял? Да. Охуенно, да, тактика? Герион тут посерьезнее бьет, нахуй. Ну как? Он тебе там этот конь врезается и все, типа, ваншот. Да, он, ну почти ваншот. Я не знаю, как, если, блядь, не пофиксит. Я полным огнем помазал. А прикинь, кару Гера не пофиксит, это ж пиздец. Никто вообще даже первого босса не пофиксит. Не заберут, блядь, даже первого босса. Про деву я вообще молчу. Тут, блядь, чего с брулями не могли, нахуй. Ну там другие цифры будут. Ну пойди, ну тут бабочки-то нет. Все, все так же. Блять, ебать, промахов. А, я мощный удар не выставил. Погнали, в чем секрет энергии кота Бориса? И погнали, блядь. Ну нахуй. Да откуда промахов столько, алло, блядь? Да, блядь, это... Один... У меня 11 промахов и спепеление, блядь. Это босс такой, алло. Промах с поджиганием, промах жертвенным. Это босс такой, алло, Полишка. Это первый босс так. У него промах где-то. Способность там что-то. Да просто ни у кого нету капа. Ну, не знаю, у меня кап. У меня 12% меткости. А, кстати, ДК баф не ебать. Я думаю, чё крита-то не хватает, куриц, ёпта. Я чё-то бью, блять, у меня вообще ничего не критует. Чистки. Вот. 50% нахуй промаха он дает. Всё, на. КЦ. Ну, сразу запах нормально. Все, идем чистить трэш и разрывал после второго босса. То есть сразу. Все, я тогда. Так, через... Мак, я за тобой прицелюсь. Литл, спекайся в танке. Надо на 2 минуты. По танку будем. Литл, спекайся. Окей, окей. Короче, этот. Апурекс. Там, короче, мобы сверху. Ты не все забираешь, а потихоньку вообще по максимуму, по чуть-чуть сюда вытягиваешь на лестницу и прям сюда ведешь. Прям вот сюда вот. И отворачиваешь от нас. Вот прям вообще чуть-чуть. То есть там овер до хуя мобов, по чуть-чуть ведешь. Все, стухаюсь. И отворачивай сразу же. Все, никто не бьет, и вейп может напуливать. Потому что они дышат, и дэмэдж достаточно хороший дает. Ох, блядь. Потихоньку, помаленьку тяни там. Скажешь, когда там, ну, практически пусто будет. А, сейчас группу, потому что могут быть охуенно идти. Кажется, сам за себя. А, нет, сейчас. Все, никто не бьет, фейк манипулирует. Потому
что сейчас ДК Гроссель не держит фреш. Выйди за колонны сюда, я тебя не вижу. ДК. Да я на миде стою. Ебать. Литл, ты тоже танчишь, Литл? Ты прям ебал. Да. Отворачивайте от нас, они прям дышат, блять, брейд. Просто ебос. Прям отворачивайте от нас. Бля, тут сразу, можете сразу бы этот трэш бросить. Че, я подойду к ним. Сейчас, подожди, не тяни. Пусть отхилит нас. Трэш можете смотреть, там могут перчатки падать, всякая вот такая поеботина. Нормально. Группа вот стоит. Так, нам же надо будет просто налево пройти, да? Да, просто по чуть-чуть там вытягивайте, но не овер дохуя. Они по 3000 в секунду хуярят. Я сразу отворачивайте от нас, они дышат. Бля, ты как ты? Че, дохуя? Да нет, там четверо. Ух, блядь, вот сразу отворачивайте. Тебя никто не бьет, фейк может нагулять. Все, отвернул. Поехали. И, кстати, косты можете кикать, там, а не исцеление, там. Твои нормально хилятся. Блядь, трэш уебанский, надеюсь, там не будет по ляму нахуй трэш. Или это только в Ере, не помнишь? Польшка. Короче, в Гере... Это, походу, последняя пачка. В Гере есть, короче, трэш там по 2 ляма, нахуй, вот такой же. Тут нету, да? Но все равно, это овер дохуя в таком Гере. Нет, туда нет, а у есть-то вообще нечем. Че там? Нихуя нет? Можно подниматься? А, ну, там дохуя еще. Назад. А, это хуйня ресепт. А, дохуя, ну все, никто не поднимается. Все, Лита, уйди, тяни там. Ой, бля, меня замедлили. Кинь фриду мне. Фрида, фриду. Вот у меня такая же фигня была. Все, никто не бьет, пусть они развернут. Никто вообще не трогает. Пусть на... Литва, не бейте его в контроле. Да, мне кажется, кто-то АФКши, да? Или себе? Полюшка АФК же. Алло, Фрик, ты где там нахуй? Если срывать агро, можете сразу переключаться на другую цель, чтобы вас не было. Трэш все-таки. Так на X3 помнишь, как мы это ебаши, ну, мучились нам его заливать? А тут вообще даже усилков нет и ничего. Тут, в принципе, ни у кого АУЕ такого сильного нет.
Кстати, вчера заходил на X2, вот эта триня на РПБ, которая у нас сейчас 232, она 284-я там. Тех пока не надо. Или... Я... Ну, дайте я скажу. И, короче, раз в 15 секунд она бьет 15 184 РПБ дает. То есть представьте, да, насколько это сейчас сильно. Если там это так, ну, 284-я. На 6 тысяч урона больше и 184. Блять, маг так опасно стоит, конечно. Вообще, блять. Маг АФКшит, что ли? Да, маг. Ой, блядь. Сбивайте косты, а не кастуют. Желательно. Если бы люди еще не в кашле, мы быстрее бы сейчас.